Я очень рад, что я подписал контракт с футбольным клубом Уфа. Я уже успел немножко посмотреть город, мне понравился город. Я видел то, что здесь очень любят футбол, болельщики ходят на футбол. Я надеюсь, что у нас все будет замечательно. У меня было несколько вариантов, в том числе из России. Но когда я посмотрел на игру Уфы, также я увидел, как здесь любят футбол, какие здесь болельщики. Вот. Я выбрал также Уфу в пользу тренера. Вот. И также у меня здесь, конечно же, играет мой друг, который, можно сказать, повлиял. Но если честно, до подписания контракта я практически ничего не знал о футбольном клубе Уфа, но я смотрел матч против питерского «Зенита». Мне очень понравилась атмосфера в Уфе на стадионе. Я, как вы знаете, Нини из Нигерии. Начал свою профессиональную карьеру в 17 лет в Румынии. Также успел поиграть в Бельгии. И последний мой клуб до футбольного клуба Уфа был, как всем известно, пражская «Спарта». Жду не дождусь, чтобы выйти на поле, чтобы начать приносить пользу команде. И надеюсь, то, что я буду показывать хорошую игру. Каждый новый игрок, когда приходит в команду, им нужно, конечно, время для адаптации. Но я надеюсь, то, что я дам как можно больше полезного для футбольного клуба Уфа и буду стараться показывать на поле.